хорошо. Подсказал мне Орлан это место. Где-то. Но красиво взял. А может и больше. Определил по птице. Долго размышлял, но решил кинуть. С первого заброса. Вот он, красавец. Пружинку подтянул, но не сильно. Хотя что-то может даже не томить. Почему-то хвост. А нет, красный, красный. Ну не такой, как я тянул того, но все равно приятно. Приятно то, что яма рабочая и место такое. Не хочет он воздух глотать пока. Вон он еще один. Неужели это ленок в дороге? Да не похож. Нет, таймень. Небольшой таймень. Может, все-таки ленок? Ну, как бы не сильно, да? Десятки даже нет, килограмм 8. Но, тем не менее, результат Юрича. Так, сейчас я положу. Придется, видимо, отпускать. Но, тем не менее, результатище. Да тихо ты. Блин, пошел я за этим. За инструментом. Боролся он хорошо. Достойно. Ой, блин, стой. Блядь, ты меня уже зацепил, придурок. Ты уже зацепил меня. Да хорошо, кстати. О, блядь. Не, это рыба пиздец просто. Страшная. Да стой ты, блядь. Дури в ней до хрена. Все. Ну что, мелочь, но приятно. Тихо. Да, блядь. Ой. Что за вот манера, блядь? Давай. Греби. Давай, давай, давай. Умаялся он немного, наглотался воздух. Давай, 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 давай. Бился хорошо. Килограмм на 8 такой, дурачина. Видели это, да? Ой, день скитаний, первый же заброс. Фу, бля, как сложно. Ну, время вот 4:30. Как бы такое явно. Я, честно говоря, хочу понаблюдать. То есть, как они ловятся, на что ловят. Как бы вот, потому что, ну, лотерея, она такая. Но приятно. А, конечно, крючки он не погнул.
просто хорошо бился. Свечек тоже не делал, я думал больше сначала. Но потом так по усилиям смотрю, что ну 10, может натяжка десятка будет, поэтому немножко взгрустнулось, но зато снялось. За то, что он снялся, мы ему подарили жизнь.